Впечатления обидные, потому что первую игру как-то, наверное, более в оборонительном блоке играли, ждали, наверное, чуть большего от соперника в той игре и как-то более с точки зрения обороны. В этой игре, я думаю, игра была на равных, и по моментам, ну, у нас объективно больше. Один гол сами себе, можно сказать, привезли. Вот. И на первых минутах пропустили, тоже, может, чуть не вошли, ну, не разобрались сначала. А так очень обидное поражение, как будто мы на чемпионате мира играли сейчас. Заруба получилась редкостная, даже вот по руке тебя попало. Что случилось? Я что-то сыграла с девочкой, и она мне вот так, как у нас судьи сейчас пользуются слоганом, с продавливанием наступила. И, ну, слава богу, все нормально, ничего не сломала там и так далее, а так ушиб. Не было мысли замениться? Ну, я сначала побоялась, что, типа, все, больно очень, а потом поняла, что нормально все, просто, ну, не то, что болевой шок, но прям сильно она прям как будто еще так постояла на ней, я такая, ай, а так не было потом. Ну, ты чуть было не заменилась, в итоге осталась и тут же забила гол практически сразу. Повлияли вот эти эмоции на твое желание отличиться? Не знаю, эмоции повлияли или нет, просто классная подача была и сделали все как планировали. И вот и получилось забить. Во втором тайме тоже могли с углового забить еще раз, но не прошло. Ну вот матч вообще не был похож на товарищеский. Очень много было стыков, единоборств. Почему так, как считаешь? И вы все даже, по-моему, защитники в конце уже пошли, да, в штрафную? Ну потому что для нас было принципиально не проиграть, а выиграть в этом матче, потому что, опять же, повторюсь, по прошлому матчу мы поняли, что, как бы, я не знаю, то ли Китай под нагрузками, то ли что, ну, то есть можно спокойно с ними играть, навязывать свою игру, а не отталкиваться от их. И хотели не уступать на каждом участке поля. Но я думаю, судья чуть-чуть нес свои коррективы, как бы это не отмазка или еще что-то, просто на чемпионате мира так не будет, я не знаю, медвежью услугу, наверное, все сделали, потому что там будет ВАР, там будут не китайские судьи, а какие-то как нейтральных стран, да. Вот, поэтому чуть мне непонятно это было, но, наверное, хотели себе поднять настроение, а нам испортить. Ну, не знаю, не совсем у них это получилось. Содержанием игры, ну, лично мне очень понравилось во второй игре, прям улыбнуло, можно так сказать. То есть, если не брать результат, то в целом эмоции можно положительно найти, потому что с таким соперником играли на равных, да? Ну, да, но все равно результат — это главное, поэтому хотя бы 2-2 было бы, уже было приятнее. И как-то, когда все равно счет не в твою пользу, больше с негативом смотришь на некоторые, ну, на все моменты, которые были, а не в позитивную сторону. Будете следить за Китаем? Вот лично ты на чемпионате мира. Я вообще хочу чемпионат мира посмотреть. Очень интересно, как выступит Китай. Желаю удачи.